Я считаю, да, как граждане России. Ну, а тут, конечно, надо подумать. Есть, конечно, некоторые группы граждан, которые действительно, ну, я считаю, должны быть поражены в права голосования, которые совершили тяжкие, особо тяжкие преступления. Но есть лица, которые находятся в тюрьме, я знаю, за какие-то правонарушения незначительные или там. Здесь я не вижу никаких проблем, чтобы они голосовали. Хотя я понимаю, что власть, так же как чиновников и армию, заключенных будет использовать для набора голосов. Мы же все понимаем, что в изоляторе и в местах лишения свободы у заключенного очень мало возможностей не подчиняться администрации. Так что здесь надо очень внимательно над этим подумать, будет ли это воля их свободной.